Привет, меня зовут Артур. Мы продолжаем свои похождения по Амнезии. Закончили мы на том, что поковырялись в этом машинном отделении. Не нашли трех стержней, вернее двух, один мы нашли. И сейчас мы будем искать. Тут у нас осталась еще одна комната. И мне многие, кстати, в личку написали о том, что в той комнате, где ходила страшная жопа, вон там наверху, я забыл одну трутницу. Я, честно говоря, не уверен, стоит ли мне туда идти за ней, но раз уж просите, давайте возьмем ее. Я ее, к сожалению, пропустил, но да ладно. Вообще, нам сейчас, конечно, он туда. Надеюсь, эта тварь не ходит там. Очень на это надеюсь. Потому что последний раз, когда мы... То ли она специально появилась, мы наступили на какое-то место. Сработал скрипт. То ли она просто прогуливается здесь. Поэтому давайте мы быстро возьмем его. И все, валим отсюда. Валим, валим, валим. Я больше не хочу в этом помещении находиться. К чертовой матери. Так, сейчас мы пойдем. Сейчас мы пойдем, куда нам надо. Сколько у меня вообще трутниц-то? 15 штук, обалдеть. Это довольно много. Все в порядке. И легкая головная боль. Хорошо. Вполне неплохо. Так, ну и что у нас здесь? Здесь у нас пока ничего. Переход на следующую локацию у нас, видимо, за этой дверью. Хранилище. Опять, наверное, темень какая-нибудь. Надеюсь, там будет так же спокойно, как в машинном отделении. Машинное отделение мне понравилось. Там хоть и было темновато, страшновато, но я никого не встретил. Да. Какая-то темная локация. Так, что мне тут пишут? Найдите способ... темнота в хранилище какая-то странная, неестественная. Ну, я рад за нее, что дальше-то? Так. Еще трутница. Это хорошо. Блин, какая-то вгашенная темнота. Давайте мы вот это подожжем. Чтобы, если что, знать, что у нас выход тут. Так, и давайте. О, открывается в эту сторону. Бля, темень. Так, что тут можно поджечь? А, вот еще трутница. Даже две. Ух ты. Так, внимательно все осматриваем. Деталь от... Тихо, блядь! Тихо! Кто там ходит? Хер знает. Блин, надо по-быстрому. Надо все делать по-быстрому. Фу-у-у. Так, что дальше? Тут у нас ничего нету за ящиками. Видимо, нет. Здесь что? Конечно, стараться надо не шуметь, но мало ли. Вдруг что лежит. Так, ну и все, похоже, выходим отсюда. Так, да. Блять, я не могу в такой темноте, мне надо вот так вот. Фу, будет поспокойнее. Так, там что-то вообще жопа какая-то. Нам, видимо, туда. А, вот еще есть проход. Блин, давайте осветим это помещение к чертовой бабушке. Блин, а что там написано-то было? Оборудование. Это хорошо. Блин, какое стрёмное место.
Раз, дверь. Так, вот свечка. Давайте будем экономить. Так. Что у нас? Первичная жидкость. Ох, хера. Этот вкус. И аромат. Бля. Что такое? Детали от дрели. Некоторые предметы можно комбинировать. А, ну-ка, перетащите один предмет на другой. Не хватает деталей. Понятно. На кой хрен тогда это писать? Пока все не собрал. Так, еще трутница. Трутница дает просто... О, еще трутница. Трутница просто куча дает. Так, ну все в этой комнате вроде как нет больше ничего. Так, хорошо. Дальше что у нас? Здесь ничего. Вторичная жидкость. Зачем мне вторичная жидкость, интересно? Зачем мне первичная жидкость? Так, открывай. О, тут уже кто-то поджег. Красота, молодцы. Так, что у нас? Тут ничего. Зачем я вообще сюда ходил? Чего? О, трутница. О, вон она что. Деталь от дрели. Так, ну сейчас я, наверное, смогу собрать. Так, давайте попробуем. Так. Ага, ручная дрель. Хорошо. Так, погодите, это что такое? Склянка, микстуры разного рода. Будем знать. Я что-то и забыл, что она у нас есть. Молоток, еще трутница. Прям красота какая. Трутниц уже 19 штук целых. 20 уже даже. Отлично. Так, что здесь? Охренеть, целый, блин, склад. Трутница, масло, настойка опиума. И еще трутница. Блин, ну здесь просто завались этих трутниц. Так, и что, и все, что ли? Там у нас, по-моему, еще одна дверь была. И что мне делать с этой дрелью? Так, тут у нас трутница. Взрывчатая смесь. Я приготовил взрывчатку для расчистки так, безмозглым слугам. Следует держать соседних две... Ага, смешать, понятно. Короче, понятно, что это такое, для чего у меня дрель, я, по-моему, уже догадался. Так, что у нас там? Ничего. Здесь у нас камни лежат. Так, ну и что, и пойдемте к этим большим бочкам. Что-то у меня с маслом-то. С маслом у меня неплохо. Так, клапан заржавел в закрытом положении. А вот так. Опа-на. Вон оно как все. Так, а чё? Полупустая. Блин, вы какие-то пессимисты. Наполовину полная, надо говорить. Так. И сюда тоже. Это же дрель. Давай, смешивай. Взрывчатка Агриппы. Блять.
И что дальше? И что будет, когда с этих бочек натечет и встретится? Видимо, большой взрыв. Так, видимо, мне в третью дверь. Я не знаю, зачем мне эта взрывчатка, но решение как-то само собой напросилось, поэтому хрен бы с ним. Так, давайте постоим около света, придем в норму и двинем в это стрёмное место. Тихо, что это такое? Пожалуйста, отпустите! Я никому не скажу, клянусь! Я просто хочу домой! Нет! Прочь! Оставьте меня! Что за тёлка вообще? Кто такая? Это Агриппа, что ли? Не знаю. Вообще, кстати говоря, я... Так... Я почитал эти записи, которые там лежали, дневники, и суть в том, что из-за того, что он нашел эти сферы, вернее, эту сферу в Алжире, его начал преследовать какой-то зверь, кошмары снится начали, всякая жуть с ним начала происходить, и его коллеги, которые занимались изучением подобных... Кто там плачет? Эй! Коллеги, которые занимались изучением таких же сфер, все погибли, и ему пришло письмо вот от Александра Броненбургского, который сказал, что может ему помочь, и Даниэль вместе со сферой приехал в этот замок. И, собственно, видимо, тут что-то пошло не так. Так, блин, надо убрать. Кто плачет? Блин, тебя выпустить, может, надо? Милая девушка. Так, мне, видимо... Ага, бежим, блин. Бежим. Ну чё? Алло, гараж. Да кто там стонет, ёлки-палки? Давай-ка мы подопрём вот так вот, чтобы ты не вылазил оттуда, я боюсь тебя до усрачки. Нехрен тебе на свободе делать, сиди там. Так, может кинуть чем-то в эту... О, хорошо. Как меня подранило, блин, а? Раны сильно кровоточат. Мелкие порезы. Охренеть. Надо было получше спрятаться, конечно. Ну и что? Еще трудница. О, очередной зал. Ну, я думаю, такой взрыв слышали даже в дальних. Плачет, бляха-муха. Блин, мне нужен... Да, вот это мне нужно. Еще трудница. Блин, этот плач меня точно с ума сведет. Блин, да чего стрёмная игра, а? О! В таких местах надо рыскать. Хватит плакать, я тебя ненавижу. Зачем вы это делаете? Отпустите меня! Это, видимо, та девушка, которая там плачет, говорила. Ой, блин. Теперь она тут плачет. Охренеть.
Так, что тут у нас еще есть? Ладно, короче, давай. Блин, да кто тут плачет, а? А! Это свиньи. Блин, у меня масло заканчивается. Так, тут явно что-то заныканное. О, масло, хорошо. Все. Вроде бы все. Блин, да хоро, не раскатывайтесь. Меня уже ваши звуки пугают. Еще трутница. И что это у нас? Так, масло используем. Хорошо. Давайте вторую дверь посмотрим. О, блядь! Сука! А, иди нахер! Иди нахер, скотина! Блядь, бочки, не мешайтесь! Ух! Проходи мимо, блядь! Вот они, кирпичи! Ааа!